анонс и точно дата выхода нового 4-серийного сериала «По велению сердца». Премьера нового сериала состоится 4 июня на «Россия-1». Главные роли в сериале исполнили Артур Сапельник, Денис Васильев, Анжелика Вольская, Максим Битюков, Ольга Богомазова и другие. Сюжет сериала. Амбициозная Аня живет в небольшом городке, работает косметологом и мечтает сделать карьеру в Москве. Случайное знакомство с приезжим столичным бизнесменом Максимом стремительно перерастает в бурный роман и сулит новую жизнь. Но неожиданные обстоятельства вынуждают мужчину срочно уехать, и отношения обрываются на взлете. Вскоре Аня обнаруживает, что беременна. Спустя год Аня встречает новую любовь. Но не все так просто. Ее спутнику, кажется, есть что скрывать. Девушка начинает всерьез опасаться за себя и за ребенка. Напомним, премьера нового сериала состоится 4 июня на «Россия-1». Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.